И относительно публикаций, которые были в интернете по недавним событиям в колонии. По данным фактам было проведено рядом организаций проверка, значит, и внутриведомственная, и общественные организации приезжали, и правозащитные, вот, были приглашены журналисты, освещался данный инцидент очень широко. На данный момент вопрос о каком-либо сепаратизме и так далее, и подобных проявлениях снят полностью. А об осужденных, которые совершили еще вредительство, проводится служебная проверка. Результаты будут в ближайшие дни. Вот. На данный момент обстановка в колонии контролируемая, удовлетворительная. Продолжаем дальше помогать солдатам, волонтерам в АТО и работать в штатном режиме. Нет, членовредительства были несерьезные, значит, никому даже не пришлось зашивать ни раны, ни руки, просто помазывали зеленкой, йодом и все. Это было на публику, да.